мачо или ботан? Смотри в нашем видео. Отличие крутых парней от типичных ботаников. Вижу цель. Ботану расписание. Почему так мало экзаменов? О, получай! Пусти меня! Беги, ботан, беги! Вау, они такие разноцветные! И что с ними делать? Возьми вон ту колбу с красной жидкостью. Налей часть в пустую колбу. Достаточно. Теперь добавь немного той желтой. А я сейчас вернусь. Ой, что это было? Ваша двойка по химии. Мачо пользуется популярностью у девушек. Это они что там? Целуются? Ботаникам остается только тренироваться на помидорах. Пока мачо проводят все свое свободное время в клубах, ботаны усердно учатся дни и ночи напролет. Но иногда даже самому заядлому зубрилке хочется немного развлечься. А он что здесь делает? Правда, умение хорошо танцевать редко входит в список талантов ботана. Девушки обожают крутых парней. А я такой на своем новом байке лечу по шоссе. Ты такой крутой! Звонок. Только вот крутость парня зависит от ситуации. Ты такой крутой, дашь списать? Ну и кто теперь крут? Ты такой умный, не отвлекайся. Да-да, конечно. Он такой сильный. 28, 29, 30. Истинный мачо всегда хороший спортсмен. 43, 44, 45. Как раз есть время на маникюр. Ох, держись, гантелька! Время для спорта! Истинный ботан всегда... Ой! Ну, вы поняли. К свиданию готов. Красавчик! С такой прической свидания мне могут только сниться. Какая красотка! Это же именно тот вид пауков, который я искал. Ой, мамочки! Убери его скорее! Вы только посмотрите, какая она хорошенькая! Ненавижу пауков! Я посажу тебя в свой террариум, милая! Ай! Кажется, во мне просыпаются суперспособности. Или нет? Итак, кто знает ответ? Я! Спросите меня! Опять этот зубрилка. Отвечать будете вы. Нет, я пропущу. Ладно. Так-с, получается... Пс, что получается? Пиши 5. 5. 5 пальцев? Ладонь? Получается ладонь. Нет, что он пишет? Это провал. Готово. Проверяйте. Вы что, шутите? Ну, держись, ботан. Привет. И это ты называешь перекусом? Вот это перекус. Мышцы сами себя не построят. Да тут же еды на целый день.
угощайся. Спасибо. Возьму еще и бананчик. Мое. Тебе хватит. И правда. И Мачо, и Ботан рекомендуют. Не забудь подписаться на Оки-Токи. Вот моя новая фотосессия. Вот это фото особенно классное. Эй, это кто там тебе пишет? Никто, никто. Продолжим смотреть фото. Это еще кто такая? Все ясно. Я ухожу. Постой, я все объясню. Привет, милая. Какая же она у меня красивая. Моя любимая мамочка. Ой, а вот и она. Привет. Да, все хорошо. Я так крут, что попаду в корзину с места. Есть! Я могу круче. Проведем небольшие вычисления траектории полета. Смотри и учись. Ботан знает, в чем его преимущество. Вау! Вот это попадание! Это было великолепно! Ха! Ерунда! Эй, фикус! Вот тебе! Время перекусить. Давай-ка сюда свою еду. Нет-нет, это не мое. Это для него. Понятно. Ладно. Ха, сработало. Мачо и ботаны предпочитают разный вид нагрузок. Мачо любят спорт. Когда ботаники фанатеют от умственного труда. Кто из них круче? Пиши в комментариях. А я хорош. Красавец. Как ваши дела, молодой человек? Открой, мне срочно, мне очень надо. Что-что? Я не слышу. Что ты там говоришь? Открывать не надо? Как скажешь. О, нет. Ты меня совсем не понимаешь. Я думаю, нам пора расстаться. Что? Да как ты смеешь? Что случилось? Он меня бросил. Не расстраивайся. Да как он мог? Вот ты не такой, ты хороший. Ну да, я такой. Поплачь, станет легче. Какая интересная передача о пауках. Бу! Ха-ха! Мой пульт. Держи мячик. Не нужен мне твой мяч. Да это же финальный матч. Где свет? Ботан! Одежда должна подчеркивать внешнюю красоту. Футболки сидят хорошо. Рубашка – отличный выбор. А вот у ботанов с этим проблема. Эта футболка на мне похожа на парашют. Рубашка тоже великовата. Мамин свитерок? Ну, сойдет. Это же любовь всей моей жизни. Как же к ней подойти? Привет, красотка. Это ты мне? Ну почему я не такой решительный, как он? Мои любимые огурчики. Эту банку открыть невозможно. Есть один способ. Ой, огурчики. Съем один, пока он не видит. Приготовились? Скотч в помощь. Аккуратно. И раз. Физика.
Вот он, мой идеальный огурчик! Мачо и Ботано трудно уживаться в одной комнате. Разница в интересах дает о себе знать. И еще один поворот. Обгоняем 15-го. Победа! Ой, да чего ж так громко? Я так старался, а теперь все заново. Ох уж этот сосед. Понравилось наше видео? Тогда ставь лайк, подписывайся на наш канал и не забудь нажать на колокольчик. До встречи!